Люди делятся в интернете на активных и не очень. Здесь все понятно. У активного человека все горит, и он всегда зарабатывает. Я мониторил людей, которые пишут негативные отзывы, ведут себя некорректно по отношению к людям, которые тратят огромное количество времени для поддержания технической стороны сети монеты. И я заметил, что у таких людей на личных страничках в социальных сетях нет ни слова о сети монеты. И замечу, что некоторые из них не только вернули все свои вложенные средства, но уже и приумножили вложенное в монету АОН. Если держатель монеты в теме, он всегда в курсе происходящего. Ему не составляет особого труда рассказать о монете новым пользователям, подключить новичков к своей группе, давать необходимую информацию и помогать своим партнерам с покупкой, продажей монет. У любого лидера всегда есть люди, которые желают купить или продать монеты. И биржи здесь не главное. Одни пишут статьи, записывают видео, разрабатывают инструменты, проводят встречи, планерки, ищут пути развития, а другие просто ноют. Время работает на нас, монета создана, и как быстро и что именно сообщество хочет получить, зависит и от вас, людей, которые купили монету. Подумайте, от чего зависит развитие и ликвидность монеты, и кто зарабатывает меньше.